Представляю вашему вниманию гибридную печь . Сейчас она работает в режиме пиролизной печки. Вот. Это дымоход, и она входит в камеру сгорания. Камера сгорания находится внутри этой. Там идет проход. Идет вот отсюда, приходит и идет туда. Здесь поворачивается. То есть оттуда идет вот сюда, поворачивается. И потом идет через этот и выходит вверх. А потом уже она поднимается в дымоход. Ну этот, в трубу. Это является задвижка летнего хода, то есть из топки она уже вот из топки уже она не входит, она и ходит через этот задний проход сразу в трубу. А так она уже идет через печку, ну всю весь проход в режиме пиролиза. Если воздух закрываем, вот, теперь она уже работает как обычная печь. Обычная печь. Эта печка гибридная, потому что она похожа на русскую печку. Вот, когда она заканчивает. Вот. Дым идет вот спереди. Вот. Вот дымоход. А это задвижка, которая всасывает воздух. Вот. Вот через этот входит воздух, и таким образом теплый воздух в доме остается, теплый воздух остается в доме. Иначе она, если не будет этого воздуха заборника, то она холодный воздух будет втягивать отсюда. Вот отсюда, от всех этих углов, и там все будет белым из льда. Вот такая вот гибридная моя печка, которая выдерживает двухэтажное сооружение. Вот это. Это второй этаж, вон труба стоит, а вот это печь.